А сейчас, народ, я попробую примерить противогаз и посмотрю, как удобно будет вообще в нем работать или нет. Офигенная тема, народ! Выглядит четко. Ну что сказать, дышать удобно, противогаз рабочий, стекла не потеют. Единственное, вот эта штука будет болтаться, но я думаю, лучше так, чем дышать вот этим стеклом и вдыхать в легкие.